Всем привет! Представляю вам обращенный газогенератор и водогрейный котел в работе. То есть вот сам газогенератор 350. Вот циклон. С циклона пошел газ на задвижку. После задвижки на сам котел. Также сделан резко. Газ уходит на электрическую станцию, вырабатывает электричество. Сейчас расскажу по поводу котла. Вот у меня установлен контроль факела. Он на лучше вот показывает. Наличие факела есть, имеется. Дальше. Включен у меня дорожка, как обычно. Тропа. Электромагнитный вариант. Вот оно стоит. Установлен термопара. Вот эта вот плата. Все у нас тут стоит в щите. В щите стоит луч, ПР-ка. Он горит, потом разжигает ее. Включает пропан и уже на основном факеле на природном газе работает. Частотник регулирования, оборот того вентилятора. Также включили еще обратку, но на данный момент она не занята, потому что тепла очень много, девать некуда. Вот сам работает генератор. Дальше. На котле установлена подогревная рубашка. Это подача труба идет. А внизу рубашки обратно. Это у нас идет на, сейчас покажу, на линии тепловой пункт. Сейчас удалюсь немножко. Вот. Тут возрастной клапан сработал, он давление поперло. Температура подачи. Температура обратки. Насос циркуляционный. Это обратка. Подача одинаковая, потому что сейчас по съему прогрели полностью все радиаторы. Подевать некуда совсем. Вот. А вот эта труба, это как раз газа, вот где вот до врезки было, до задвижки. Вот она пошла на электростанцию. Там не закрасить, сейчас желтым цветом ее покрасить. Вот она, задвижка. Задвижка открывается. Пивым насосом прогоняется на вторую ступень очистки газа. Далее. Это тонкая очистка газа. И сам генератор электрический. На этом все. Спасибо, кому нравилось, подписывайтесь, ставьте лайки.